Кровавая резня в сарае. 155 овец, 85 коз и одну сторожевую собаку жестоко убили в селе Куетли Сумсинского района. Сотрудники полиции задержали местного жителя, который сознался в содеянном. По словам 52-летнего мужчины, он являлся владельцем строения, где содержался скот. Подозреваемый ранее предупреждал хозяина отары не использовать чужой загон. Но увидев, что ситуация не поменялась, решил заняться самоуправством и теперь дает показания в полиции.